жесть, конечно, что произошло. Надеюсь, Павел Андреевич поправится. 26. И сделать его полностью. Все задачи. Бери. А теперь попробуй быстро поворачивать. Что ты чувствуешь? Он сопротивляется. Вот этой пластины. И в результате мы будем наблюдать следующее. А вы не думали, допустим, как-то монетизировать канал? Вот же есть там какие-то в Ютубе всякие вещи. Постоянно поступают предложения, но я от них отказываюсь. Проезжаю мимо, тут такой мощный толчок. Я падаю на бок. Вот, слава богу, в шлеме, голова цела. Они меня прижали к земле, и я спрашиваю, что вам надо? Я говорю, телефон. Я вот не то чтобы растерялся или испугался, меня досада взяла какая-то. Я уставший, еду с работы, и вот это вот. И говорю, знаете что, вы знаете, я учитель. Если вы сейчас будете меня грабить, то это такой грех, что он потом вам отзовется. Велосипед забрали, телефон остался. Ну, конечно, по техническим причинам, как принято говорить, запись уроков прекращается, но я надеюсь, что я восстановлю все то, что не будет рассказано. Это дело обязательно надо завершить. Я надеюсь, что это получится. Сейчас я покажу ее крупнее. Так, трубка не должна. Сейчас я ее укреплю. Значит, нужно накрутить поступательно. Хотя оно круглое и вообще чаще всего оно движется по-другому. Как же оно движется обычно? Вот так.